В судьбе каждого народа имеются как черные, так и светлые моменты. Страшные и трагические события чередуются с радостными и счастливыми временами. Мы попросили детей в возрасте от 8 до 9 лет назвать самые важные события в истории нашей страны с 1917 года. Великая Отечественная. На Москву нападали немцы, а наши воины защитили от немцев нашу страну. Великая Отечественная война. Олимпиада. Там на беговых дорожках там бегают люди. Лыжники зимой. Мне папа и мама рассказывали давным-давно то, что у нас в стране была революция. Были красные и белые. Красные победили, и все стали жить хорошо. Мне мама рассказывала, что террористы захватили школу, и спецназовцы спасали детей. Вот. И выгнали этих террористов из школы. Потом их захватили. Военные нужны, чтобы защищать нашу родину, чтобы охранять нас. Я хочу быть спецназовцем. Эта картина посвящается отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России. И хотя дивизии всего 85 лет, именно в 1917 году были сформированы первые отряды, положившие ее начало. Вот что в 1926 году говорил Дзержинский. Дивизия «СНАС» является последним резервом советской власти. Резервом, который она бросит на фронт в самую решительную минуту. Так оно и случилось четверть века спустя, в октябре 41-го. Так оно происходит и сейчас. Так что же это за дивизия, получившая наименование «Дивизия особого назначения»? По названию становится понятно. На протяжении всей своей истории дивизия выполняла особые задачи, поставленные непосредственно правительством нашей страны. И решать их всегда необходимо было без промедления. Октябрьская революция, братоубийственная гражданская война, страшная Великая Отечественная и очередной переворот в 93-м, борьба с бандитизмом и терроризмом. В сложные переломные моменты истории дивизия всегда находилась в эпицентре событий. И от грамотного, своевременного выполнения задач зависела судьба страны.
При любом государственном перевороте революционеры делают ставку в первую очередь на самые боеспособные воинские формирования. То же произошло и с отрядом самокатчиков, который был сформирован в начале Первой мировой войны. По тем временам они были довольно мобильны, могли быстро выдвинуться к месту проведения операции, оцепить квартал или блокировать район. Командовал отрядом Павел Георгиевич Кобелев. Его бойцы передвигались на велосипедах, на которых устанавливались пулеметы. Основные силы кавалерийского корпуса несли патрульную службу, а из самокатчиков выделялись небольшие группы для охраны госучреждений и штаб-квартир различных политических партий. Другое боевое подразделение, первый автобоевой отряд, был сформирован исключительно для охраны правительства большевиков. Отряд был своего рода правительственным спецназом. Начальником отряда был назначен Юлиан Владиславович Канутко. Будучи рядовым шофером первой запасной авторотой Петроградского гарнизона, он первым в канун Октябрьского переворота поставил свой броневик у ворот Смольного для охраны штаба революции. Своим поступком Канутко снискал особое доверие у руководителей восстания и предопределил свою дальнейшую судьбу. В 1919 году, после смерти Свердлова, подразделение получило его имя. Бывшие стражи Кремля отправились на фронт и в составе первой конной армии под командованием Буденного отважно сражались на дорогах гражданской войны и получили 99 орденов Красного Знамени. Вот что писал Буденный в своей книге «Пройденный путь». Нашему успеху очень помогали пулеметчики автоотряда имени Свердлова. Они действовали впереди наших кавалерийских частей, перехватывая отступающие колонны белых и уничтожая их огнем. Автобронеотряд и отряд самокатчиков положили начало Адону, его боевым и служебным традициям. Отгремела гражданская война, прошумело время лихих конных атак, походов и боев за советскую власть. И именно в это время открываются клубы, библиотеки. Большим событием в жизни внутренних войск был выход в конце февраля 1922 года первой многотиражной газеты на боевом посту. Политрук отряда «Оснас» Николай Каоль написал стихи «Смерть комсомольца», которые были положены на народную музыку. Так родилась первая песня, соответствующая духу нового времени, там, вдали за рекой. В апреле 1922 года для выполнения специальных и оперативных заданий при президиуме ВЧК был сформирован отряд особого назначения «Оснас». Осенью того же года в его состав вошел автобронеотряд имени Свердлова, а чуть позже, в декабре, почетным красноармейцем 1-го кавалерийского эскадрона «Оснас» был зачислен легендарный герой гражданской войны Семен Михайлович Буденный. На протяжении долгого времени происходил поиск оптимальных способов и методов организации службы для более мобильного и боевого выполнения тех или иных задач. 17 июня 1924 года отряд «Оснас» получил значительное пополнение и был переформирован в дивизию особого назначения при коллегии АГПУ. История нашего соединения неразрывно связана с именем Феликса Эдмундовича Дзержинского. И здесь, вот на этой фотографии, вы видите как раз его портрет. Феликс Эдмундович Дзержинский был председателем ВЧК и человеком, который непосредственно принимал участие в создании нашей дивизии. Он лично подбирал кадры,
Сюда направляли только тех, на кого можно было положиться в трудную минуту. Он заботился также о материально-техническом оснащении, принимал участие в разработке различных операций. Очень интересная судьба у Феликса Эдмундовича Дзержинского. 11 лет провел Дзержинский на каторге, всего 7 классов образования. И несмотря на это, он мог выполнять любую возложенную на него работу на высоком профессиональном уровне. И не случайно Ленин говорил: «Если есть сложная и ответственная задача, ее необходимо поручить Дзержинскому, и он с ней с честью справится». После смерти Дзержинского на собрании личного состава дивизии было принято решение ходатайствовать о присвоении дивизии его имени. Эта просьба будет удовлетворена. По подсчетам историков, уже Первая мировая война к 1916 году породила в России более 2,5 миллиона беспризорных детей и подростков. К 1921 году их число составляло уже более 5 миллионов человек. Впрочем, проблема эта не была характерна исключительно для России. Она стояла и перед другими странами, пережившими войну. Но в нашей стране она была отягощена прошедшей гражданской войной, репрессиями, вынужденной эмиграцией и разрухой всей экономики молодой Советской Республики. 27 января 1921 года под председательством Феликса Эдмундовича Дзержинского была учреждена особая комиссия по улучшению жизни детей. Все начинания комиссии получили широкую поддержку и помощь со стороны населения. В первый же год более 500 000 бездомных детей-сирот были расселены по семьям. Дети получали кров и уход, образование и возможность самореализации в дальнейшем. Дивизия активно участвовала в борьбе с беспризорностью, передавала в детские учреждения часть своих пайков и денежного довольствия, организовывала шефство над ними, налаживала спортивную и культурную жизнь. К 1928 году численность беспризорных детей сократилась до 200 тысяч человек. С проклятым наследием прошлого было покончено. Но мог ли тогда кто-нибудь предполагать, что России придется еще неоднократно в послевоенные годы, а также последние десятилетия 20 века, вновь и вновь обращаться к этой странице своей истории, чтобы извлекать из нее уроки? В 30-е годы части дивизии принимали активное участие по охране Кремля и общественного порядка в Москве, а также в борьбе с бандитизмом в Средней Азии и Закавказье. За этот период было ликвидировано более десятка крупных басмаческих банд. И так сложилось исторически, что именно в это время появились первые герои, навечно зачисленные в списке дивизии. В 1936 году дивизия имени Дзержинского была признана лучшей в войсках. Шквал политических репрессий 30-х годов, обрушившийся на внутренние войска, нанес чувствительные удары по кадрам дивизии. Жертвами большого террора стали все, кто в разное время командовал дивизией. Подвергались расправе авторитетные, квалифицированные, честно работавшие люди. Драматичны были судьбы жен и детей репрессированных. Некоторые из них разделили участь своих мужей и отцов. А кто-то из сыновей погиб на войне, защищая отчизну. При арестах совершенно не считались с авторитетом и прошлыми заслугами. Часто это выглядело неожиданно и страшно. Особенно непонятным и нелепым в военной среде было исчезновение уважаемых и любимых командиров, которых только вчера правительство наградило наградами. Случалось так,
что командиру сегодня присвоили очередное звание, а на завтра он становился очередной жертвой репрессий. Кому посчастливилось перешагнуть через мрачные 30-е годы, могли стать героями, выжить или погибнуть на войне. А многих, еще сравнительно молодых и талантливых, преданных Отечеству людей, ждала трагическая участь войти в расстрелянные списки. Те, кого не коснулись репрессии, продолжали честно служить. На их долю выпали другие испытания. 7 1938 года полковник Павел Артемьев был представлен Сталину как вновь назначенный командир дивизии имени Дзержинского. Ровно через 3 года ему выпадет честь командовать военным парадом на Красной площади. Но это потом. А сейчас, учитывая военно-политическую обстановку, он переформировывает структуру частей соединения, повышая боевую готовность дивизии. 23 июня 1939 года на боевом знамени дивизии появился орден Ленина. В суровую зиму с 1939 по 40 год вдоль границ с Финляндией развернулась тяжелая кровопролитная война. В условиях лютой зимы дзержинцы проявили несгибаемую стойкость, мужество и героизм. Стрелковый батальон дивизии был награжден орденом Красного Знамени. 22 бойца и командира отмечены орденами и медалями. Эта малая война многому научила. Были внесены существенные изменения в систему боевой подготовки, оснащение армии техникой и вооружением. Дзержинцы быстро почувствовали перемены на себе. Занятия стали проводиться в основном в поле, при любой погоде и часто в ночное время. В субботу в большинстве московских школ состоялись выпускные вечера. Они закончились лишь под утро. Счастливые выпускники, полные радужных надежд, расходились по домам. По дороге пели, смеялись, строили планы на будущее. Договаривались не забывать друг друга и регулярно встречаться. Они не знали еще, что их планам не суждено будет сбыться. Воскресное утро 22 июня 41 года должен был состояться парад по случаю открытия Реутовского лагеря. Это было удивительное по своей красоте место, куда приезжали военнослужащие на летний период обучения. На территории лагеря ставились палатки, а для командного состава семей военнослужащих были построены дачные домики. Но в этот день началась война. Пришлось заняться совсем другими проблемами. Тогда, 22 июня, никто и предположить не мог о силе удара, который обрушится на нашу родину. Границу перешли более 200 дивизий. Более 2 миллионов солдат углубились в советскую территорию на фронте длиной в 3000 километров от Белого моря до Черного. Город за городом захватывали немцы: Ростов, Харьков, Киев, Курск, Смоленск. Тревожный, временами отчаянный октябрь 41 года. Война с окружающим валом катилась вглубь страны, к ее сердцу, Москве. Гитлеровцы, прошагавшие победным маршем по ряду столиц Европы, очертя голову, рвались вперед, не считаясь ни с чем. Всюду, где ступала их нога, шла кровавая расправа, разрушения и повальные грабежи. В середине октября, перегруппировав свои силы, гитлеровцы начали операцию «Тайфун». В те дни начальник генштаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер констатировал: «Падение Москвы кажется близким». 7 ноября немцы вознамерились провести на Красной площади военный парад победителей. С
саперный батальон дивизии Дзержинского разгромил фашистскую команду, которая должна была обеспечить и пышно обставить въезд в поверженную Москву самого Гитлера. При ней были обнаружены фашистские знамена и атрибуты для парада. Москва для фашистов, от солдата до генерал-фельдмаршала, это конец войне. Богатейшая добыча, слава, награда. Это зимние квартиры и отдых. Поэтому они с маниакальным стремлением рвались к столице. Фашисты намеревались сравнять Москву с землей и на ее месте создать искусственное озеро или море. И чтобы при этом ни один москвич, будь то мужчина или женщина, старик или ребенок, не мог выйти из города. Обстановка вблизи Москвы и в самой столице осложнялась с каждым днем. На улицах и площадях была слышна артиллерийская канонада и разрывы авиабомб. Началась паника. В Москве было введено осадное положение. Оборона столицы на дальних подступах возлагалась на генерала армии Жукова, а на ближних – на начальника гарнизона генерал-лейтенанта Артемьева. Был введен комендантский час. В обращении к москвичам говорилось: «Сейчас, как никогда, требуется бдительность, железная дисциплина, организованность, решительные действия, непреклонная воля к победе и готовность к самопожертвованию». В ознаменовании 24-й годовщины Великого Октября на Красной площади должен был состояться парад. В это время германские войска находились в 70 километрах от столицы. Мало кто верил, что в сложившейся обстановке парад будут отмечать. 7 ноября. Свирепый ветер поднимает в воздух морозную пыль. С каждой минутой снежное буйство усиливается. Гитлер был в бешенстве. Днем ранее он дал приказ скинуть на Красную площадь бомбы, но из-за плохой погоды нацистские самолеты не смогли взлететь. Принимать парад было поручено маршалу Советского Союза Семену Буденному, командовать парадом генерал-лейтенанту Павлу Артемьеву. Прямо с площади солдаты уходили на фронт, который в то время был совсем недалеко от столицы. Мой муж был в засаде у Химкинского моста. Еще недавно о прорыве немецких мотоциклистов в районе Химок знали только дзержинцы и очевидцы тех событий. Чтобы не вызвать панику, в городе в 41-м об этом эпизоде умолчали. Ему докладывают: товарищ лейтенант, прошла колонна мотоциклистов в сторону Химкинского моста. Он доложил ставку. И ставки приказ по возможности всех уничтожить. Третий полк дивизии располагался в Покровских казармах.
полчаса понадобилось 17 танкам и мотоциклетному взводу, чтобы преодолеть расстояние в 15 километров. Навстречу по Химкинскому мосту двигались немецкие мотоциклы тяжелого типа с колясками. На каждой машине был установлен пулемет. Танкисты поначалу их приняли за своих, но когда те открыли огонь, поняли, что ошиблись. Головной танк первым ответил фашистам из пулемета, уничтожив два экипажа мотоциклистов. Однако оставшиеся три мотоцикла по пешеходной дорожке прорвались в город. Но мы продолжали их уничтожать, потому что нам сказали, что это немецкие войска. Особой гордостью дивизии являются снайперы. За время Отечественной войны ими было уничтожено 11720 вражеских солдат и офицеров. Целая фашистская дивизия. Снайперы выводили из строя автоматчиков, пулеметные, минометные и орудийные расчеты противника, прикрывали фланги наступавших частей. Воины учились действовать, как правило, в паре. Опыт показывал, что одиночная охота давала низкие результаты и порой приводила к неоправданным потерям. Одним из мастеров огня был Федор Титаренко. На его счету 103 фашиста. Воины-дзержинцы, на чьих именах и подвигах воспитывалось не одно поколение военнослужащих внутренних войск. Григорий Прокопенко, будучи тяжело раненым, зажал оголенный провод зубами, и связь была восстановлена через бездыханное тело отважного красноармейца. Илья Николенко вступил в схватку с фашистскими танками и погиб в неравном бою. Сергей Белоус пошел в разведку и, обнаружив, что идут фашистские танки, вызвал огонь артиллерии, вызвал огонь на себя. Но благодаря своей находчивости и смекалке смог по дороге бутылкой с боевой горючей смесью подорвать фашистский танк и назло смерти, назло врагам, вернуться к себе в полк. Целый свет помнит. Лидия Долголёва, хрупкая девушка, которая оказывала на полях сражения медицинскую помощь и выносила по 15 раненых бойцов с поля боя. Кирилл Солдат, изобретатель боевой горючей смеси, которая применялась на всех фронтах Великой Отечественной войны. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Если Нюрнбергский процесс это была физическая казнь фашизма, то парад победы политическая казнь фашизма. Мне пришлось участвовать на параде «Победа» в составе сводного батальона трофейных знамен фашистской Германии.
24 июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад Победы. Этот парад символизировал окончание того героического пути, который прошел наш народ за годы Великой Отечественной войны. На парад Победы в Москву было решено пригласить наиболее отличившихся воинов – солдат и матросов, сержантов и старшин, офицеров всех рангов, генералов и адмиралов, героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и обладателей многих боевых наград. Воинам дивизии была поручена честь пронести по Красной площади и бросить к подножию мавзолея вражеские знамена и штандарты. Стандарт Гитлера бросал старшина Федор Легкошкурный. А я, говорит, не буду за это древко брать голыми руками. Я не знаю, какой фашист это знамя носил. Кому-то доложили наверху, и нам выдали черные кожаные перчатки. Из этих перчатков мы бросали эти трофейные фашистские знамена. Черные перчатки знаменосцев были собраны, вывезены за город и сожжены. Все дальше в прошлое уходят от нас огненные годы войны. На смену одним поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто своей грудью защитил честь и независимость нашей Родины, кто, не щадя своей жизни, изгонял захватчиков с нашей земли, кто освободил народы Европы от фашизма, живет в сердцах людей. Живет и будет жить вечно. Ветренная война закончилась, но только не для воинов-дзержинцев. По-прежнему гремели выстрелы и взрывы, лилась кровь. Недобитые бендеровцы, лесные братья продолжали терроризировать мирных жителей. Воины-дзержинцы, действуя на невидимом фронте, сумели сломить вооруженное сопротивление бандитов и помочь органам власти восстановить мирную жизнь в тревожных районах. В 1966 году столица Узбекистана была практически стерта с лица земли. Не было тогда ни МЧС, ни спасателей, которых сегодня мы привыкли видеть повсюду, где буйствует стихия. Пострадавшим помогали всем миром. Но немало было и тех, кто не прочь поживиться на чужом горе. 3 месяца подразделения дивизии обеспечивали общественный порядок в Ташкенте. Из своих скромных солдатских получек купили игрушки, одежду, обувь и мебель для ребятишек 3 детских садов. Большую помощь оказали воины в разборе завалов, в восстановлении разрушенных зданий. Многие уже после увольнения в запас уезжали в Ташкент восстанавливать город. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Во все времена
отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России, славилась своими спортивными достижениями. И здесь, на этих стендах, представлены кубки, фотографии, грамоты разных лет, которые рассказывают о высоких спортивных победах. А в верхней части вы видите грамоту 45-го года. Только закончилась война, а воины-дзержинцы выступают на спортивных соревнованиях и получают призовые места. А в нижней части экспозиции материал об удивительной женщине, женщине и легенде стрелкового спорта. Трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и Советского Союза по стрельбе, подполковник медицинской службы Донская Елена Александровна. Женщина, которую победить было просто невозможно. Из 600 возможных очков Елена Александровна выбивала 599. В соединении выросло много мастеров, прославивших советский и российский спорт. С именами Алевтины и Павла Колчиных связана целая эпоха в советском лыжном спорте. Павел Колчин – 12-кратный чемпион страны, неоднократный призер чемпионатов мира. На Олимпиаде 1956 года в картине «Дампеца» он в составе мужской эстафеты показал наилучший результат на этапе среди всех спортсменов и завоевал золотые медали. Алевтина Колчина – олимпийская чемпионка 1964 года в эстафетной гонке, семикратная чемпионка мира, 14-кратная чемпионка страны. Но не только громкие победы снискали супругам Колчиным авторитет в мировом лыжном спорте. Дело в том, что они всегда были новаторами в методике тренировки, много работали над улучшением техники и тактики лыжных гонок. Алексей Хомич, легендарный вратарь, прославившийся во время триумфальной поездки московских «Динамовцев» осенью 1945 года в Англию, где наши футболисты в 4 матчах с лучшими британскими клубами одержали 2 победы и 2 встречи завершили ничью. Его игра была оценена по высшему разряду. Он играл непривычно для того времени, брал мяч намертво. Журналисты сравнивали его с тигром, но оценили по-английски лаконично – Хомич бриллиант. Алексей Хомич первым внес романтику в игру вратарей. Летающий в рамки ворот, он делал футбол зрелищем захватывающим. Константин Бесков – выдающийся советский футболист и футбольный тренер. Во время знаменитого турне «Динамо» в Великобританию в ноябре 45-го в 4 матчах забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Бесков тонко выстраивал динамовские атаки и сам часто их завершал. После турне по Скандинавии, где он в 3 матчах забил 4 мяча, норвежская пресса назвала его «ворошиловским стрелком». Летом 1964 года, занимая пост главного тренера в сборной СССР, завоевал серебряные медали чемпионата Европы. В финальном матче в Мадриде команда Бескова в равной борьбе уступила со счетом 1-2 испанцам. Несмотря на то, что советская сборная добилась одного из крупнейших успехов своей истории,
По требованию Хрущева Бесков был освобожден от должности главного тренера сборной СССР. Станислав Петухов, знаменитый хоккеист, олимпийский чемпион 1964 года, двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион Европы. Суровый бой ведет ледовая дружина, мы верим в мужество отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. В 1980 году вся страна жила ожиданием 22-х Олимпийских игр. Такое же настроение было и у военнослужащих дивизии имени Дзержинского. После трагических событий Мюнхенской Олимпиады 1972 года особое внимание решено было уделить безопасности. За три года до начала Олимпийских игр в Москве на базе дивизии имени Дзержинского формируется первый армейский спецназ внутренних войск МВД СССР – учебная рота специального назначения. В кратчайшие сроки удалось обеспечить высокий уровень подготовки военнослужащих. Во время Олимпиады москвичи и многочисленные гости столицы ежедневно заполняли до отказа трибуны спортивных сооружений, горячо переживали за успехи и неудачи своих любимцев. Коллизии горячей борьбы захватывали в эти минуты всех. И только воины-дзержинцы, поставленные правительством на охрану общественного порядка и безопасности игр, ни минуты не ослабляли высокой бдительности. Шестого апреля 1986 года произошла страшная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Ее масштабы потрясли мир. В результате аварии и взрыва на четвертом энергоблоке в атмосферу было выброшено радиационное облако. Тысячи гектаров земли, сотни городов и населенных пунктов оказались под властью радиоактивного загрязнения. Над миллионами жителей Украины, Белоруссии, западной части России и восточной части Европы нависла угроза атомной стихии. И эта трагедия могла бы иметь несоизмеримо большие последствия, чем мы имеем сегодня, если бы не героизм и мужество тех людей, кто сразу же отправился к месту взрыва и встал надежным щитом, защищая все человечество. Основная тяжесть инженерных работ по возведению периметра зоны наибольшего радиоактивного загрязнения легла на плечи личного состава саперного батальона дивизии под командованием подполковника Михаила Ивановича Сычкова. Им предстояло протянуть до 300 километров проволочного заграждения, установить не одну тысячу трехметровых столбов, размотать и укрепить многие тонны колючей проволоки. Рабочий день саперов длился от зари до зари, а иногда и при свете фар БТРов.
28 июня проволочное кольцо вокруг 30-километровой зоны Чернобыля замкнулось. И новый объем работы. Строительство военных городков для подразделений внутренних войск. 6 таких городков построили подчиненные подполковника Сычкова. Более 4 месяцев находился саперный батальон на пораженной радиацией территории. Дзержинцы выполнили не только воинский, но и чисто человеческий долг, защищая весь мир от страшной ядерной катастрофы. С конца 80-х события пошли бурным, непредсказуемым валом. Рушился Великий Советский Союз. Горячие точки на основе межнациональных конфликтов на юге страны вспыхивали одна за другой. Сумгаит, Степанакерт, Баку, Ереван, Тбилиси, Сухуми, Моздок и Фергана. Единственным мощным резервом, сконцентрированным в одном месте, а потому легким на быстрый сбор и переброску в любую точку страны, была дивизия имени Дзержинского. С тех пор одна командировка плавно перерастала в другую. Все горячие точки прошло наше соединение. Дивизия пресекала массовые беспорядки и бесчинства, обеспечивала общественную безопасность. Узнав о беде, которая обрушилась на Армению, многие военнослужащие попросили командование отправить их в район бедствия. Небывалым по силе землетрясением практически до основания были разрушены Спитак и Ленинакан. Без электричества, в городе, где источником света служили многочисленные пожары и костры, где едкий дым затруднял дыхание, где вокруг были груды исковерканного бетона, где оставшиеся в живых люди рыдали над телами родных и близких, четко и хладнокровно, с оружием в руках, несли службу наши воины.
дзержинцами были взяты под охрану все жизненно важные объекты. Пресекались попытки грабежей и краж. Были задержаны расхитители и мародеры. Воины с погонами внутренних войск самоотверженно работали на разборке руин, вызволяя из каменного плена живых людей. Спасать пострадавших от землетрясения солдаты и офицеры не прекращали ни днем, ни ночью. Шнорка Луцун, спасибо. Эти слова все чаще и чаще слышали наши солдаты в Ленинакане. Они все чаще и чаще раздавались по всей Армении. Осенью 1993 года, когда по Москве прокатилась волна массовых беспорядков, горящие Останкино и Белый дом стали для соединения едва ли не самой горячей точкой. Октября раздались первые выстрелы у Белого дома. Колонна демонстрантов и боевиков движения «Русское национальное единство» прорвали заграждение милиции и открыли проход к Дому Советов. Отряд боевиков, возглавляемый Александром Баркашовым, штурмом взял здание Белого дома. Тем временем толпа за зданием мэрии расправлялась с милицией, а в самой мэрии с ее работниками. На площади у Белого дома боевики открыли автоматный огонь поверх голов милицейского заграждения, вооруженного только дубинками. Под прицелами автоматов милиция вынуждена была разойтись. Демонстранты, возглавляемые генералом Макашовым, двинулись в сторону телецентра Останкино. Воины-дзержинцы вновь первыми встали на защиту конституционного строя. Зданию телецентра практически одновременно с демонстрантами прибыл дивизионный отряд спецназа «Витязь» во главе с подполковником Сергеем Лысюком. Толпа демонстрантов и боевиков предприняли несколько попыток взять приступом Останкино. Обстановке дзержинцы проявили высокую организованность, твердость духа, хладнокровие и решительность. Дзержинцы выполнили поставленные перед ними задачи и не допустили гражданской войны, на грани которой находилась страна. Рай, 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 рай.
Война в Чечне – особая страница в истории соединения. Это наша доблесть и боль. Доблесть, потому что начиная с 1994 года и по сегодняшний день, дзержинцы с честью и достоинством выполняют свой воинский долг перед Родиной. И непроходящая боль за тех, кто получил ранение, кто погиб, погиб при выполнении служебно-боевых задач в этом неспокойном регионе. В горниле Чеченской войны побывали все части соединения. Они прошли территорию мятежной республики насквозь, были на острие всех событий. Воины дивизии участвовали в спецоперациях по освобождению от боевиков городов Аргуна и Гудермеса, штурме Грозного и Первомайского, захваченного бандой Радуева, уничтожении банды непримиримых в Новогрозненском. На счету наших военнослужащих десятки обнаруженных схронов, баз и лагерей по подготовке боевиков. За умелые и решительные действия при выполнении служебно-боевых задач в Северокавказском регионе более 4000 солдат и офицеров награждены государственными наградами. В декабре 2002 года эхо Чечни докатилось до Москвы. В театральном центре на Дубровке боевиками были захвачены в заложники ни в чем не повинные люди. В числе первых наряду с Альфой и Вымпелом в их освобождении участвовали дивизионные витязи. Сегодня отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск, так же, как и прежде, стоит на страже интересов российского государства и общественной безопасности и готова противостоять преступности и терроризму. Дивизия доказала свою преданность и беззаветную любовь к Отечеству, готовность быть там, где решается судьба страны, где необходимо защищать и надежно обеспечивать тишину и спокойствие. Сегодняшнее поколение военнослужащих дивизии несет патрульно-постовую службу, участвует в спецоперациях в горячих точках, поддерживает правопорядок при проведении массовых мероприятий. Выполняя в нелегких условиях свои профессиональные обязанности, воины правопорядка проявляют лучшие качества, присущие защитникам России. Смелость, решительность, самоотверженность, готовность успешно выполнять служебно-боевые задачи в любых условиях.
было смутное время, ты чекистской железной рукой с гордой честью несешь свое бремя, охраняя отчизны покой. В 45-м войной опаленная с восхищением смотрела земля, как поверженных полчищ знамена ты бросала к подножью Кремля. Моя дивизия родная, пусть наши судьбы нелегки, идут усталости, не зная, держится в славные полки. Аллея стягов, свет пылающий, оркестр жественно звучит. Ты для врагов ты меч карающий, а для страны надежный щит. Поколений могучая сила в наших дедах и в наших отцах, и в служении великой России в молодых не угаснет сердцах. Пред врагом мы всегда будем правы, снова Родина нас позвала. Мы в историю воинской славы пишем родные наши дела. Моя дивизия родная, пусть наши судьбы нелегки, идут усталости, не зная, держится в славный. Оркестр жественно звучит, ведь для врагов ты меч карающий, а для страны надежный щит. Над героями время не властно, снова грянет победный салют, и как прежде по площади Красной батальоны Адона пройдут. Оркестр жественно звучит, ты для врагов ты меч карающий, а для страны надежный щит. Ты для врагов ты меч карающий, а для страны надежный щит. Адон! Адон! Да здравствует Адон! We'll be right back.